Здрасте, товарищи. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, братья и сестры, все, кто работает в медицине. Этот год был достаточно сложный для всех нас, и он совершенно незаметно прошел. Нас ждет 2021. Новый год? Быка? Я думаю, что год быка обещает быть более продуктивным. Испытания, которые выпали на долю медицины, очень были трудные испытания. Но мы их с честью выдержали. Все те знания, которые мы с вами приобретали во время просмотра Первого медканала, нам очень и очень понадобятся. Коллегам пожелаю удачи. Каждому из вас лично жму руку. Быть востребованными. Здоровья, счастья и удовлетворения в работе. И пусть этот чудесный символ улыбается нам. И всего нам всем самого хорошего. Крепкого здоровья. С Новым годом, дорогие друзья!